вся парада в ознаменовании 73-й годовщины Победы Великой Отечественной войны построена. Командующий парадом гвардии полковник Скоблин. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ гвардии полковник! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Уважаемые участники парада, уважаемые ветераны, жители Рязанской области и гости нашего региона. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. День Победы по праву стал главным праздником в России, символом стойкости и мужества нашего народа. Война затронула каждую семью в стране, поэтому и дорог День Победы каждому из нас. Сегодня для нас дело чести сохранить историческую правду о той страшной войне, о том, какой ценой далась победа. Память о подвиге советского солдата, защитившего мир, была и остается священной. Под стягами курсанты батальона высшего образования десантного училища, отличники учебы, лучшие спортсмены. На площади проходит парадный расчет офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Возглавляет парадный расчет офицеров управления училища гвардии полковник Пыченко Николай Владимирович. За свою историю училище награждено орденом Суворова, двумя орденами Красного Знамени, вымпелом Министерства обороны Российской Федерации. Идет парадный расчет 2-го батальона курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Возглавляет парадный расчет курсантов 2-го батальона курсантов гвардии подполковник Алексей Мандасов. На площади Победы парадный расчет курсантов 1-го батальона специального назначения Рязанского десантного училища.